Всем привет! Продолжаем рассматривать работу Гюстав Моро «Молодой человек и смерть». Картина «Холст масла 215 на 123». Данная картина посвящена учителю Моро, художнику Теодору Шисерио. Моро использует традиционную аллегорию смерти в виде женской фигуры, которая стоит за героем. Девушка не касается земли, парит в воздухе, ее глаза закрыты, потому что она спит сном безразличия к судьбе тех, кому идет. Образ юноши не портретен, он означает прежде всего вечно молодой дух Творца. Все предметы на холсте многозначны. Лавровый венок Аполлона – знак поэтического дара. Три ступени, символизирующие этапы прохождения духа в мир иной. А голубь означает душу умершего. Вот такое описание я нашел в картине Гюстава Моро «Молодой человек и смерть». Все, всем пока, всем привет, до свидания. Узнали что-то новое. Пока-пока.